Он читал много книг, он писал много песен, и так его мир был интересен. Он писал и пел, и песня звучала о том, что конец есть и есть начало. Он мечтал и пел о море и звездах, и пел о том, что все так серьезно. Он хотел познать великую силу того, кого по жизни носила. Он объездил весь мир, бороздил океаны, покорял небеса и воздушные страны. Он не мерил аршином, он просто искал и в красивую землю на карте попал. Так давайте, давайте все вместе воскликнем, и так наш мир станет великим. Возьмем себя в руки и все в жизни сможем. И в этом, конечно, мир нам поможет. Ай-ра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 й